сквере «Юность» на Заводской улице открылась очередная фотовыставка под названием «Слава человеку труда», где труженики Ленинского района от 30-х годов и до наших дней показаны сквозь призму фотоискусства. Перед тем, как представить экспозицию зрителям, ее долгое время готовили, собирали материалы, печатали фотографии. В ретроспективе задействовано около полусотни снимков. Материал собирался историко-культурным центром. У нас есть золотая книга, в этой книге есть все эти наши герои. Но, понимаете, книга есть не у всех. Мы решили вот выставить ее на всеобщее обозрение, чтобы люди познакомились с теми героями, которые у нас есть. Фотовыставка собрана из нескольких источников. Это материалы историко-культурного центра, Московского коксогазового завода и снимки из личных архивов работников совхозов и колхозов Ленинского района. Вместе с фотографиями на стендах расположена краткая аннотация о всех героях труда, чтобы горожане смогли не только визуально познакомиться с каждым, но и узнать его историю. Выставка приурочена к 1 апреля, дню годовщины пуска коксогазового завода и к празднованию Дня труда. Увидеть ее можно на стендах в сквере «Юность» до 9 мая. Наверняка коренные видновчане смогут узнать на портретах знакомые лица.